кто идет? Стрелять будем! У нас оружие! Ей-богу, оружие! Лениным клянусь! Да это не ГБ вроде, форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные! У нас тут женщины, детишки! Нас не трожь, и мы не тронем! Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас, если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там нас только расстрел ждет. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Им бы жить да жить, понимаешь? Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может, живы еще? Че ты хоронишь-то раньше времени? Стрельба-то какая была? Стрельба! А теперь тихо. А вдруг отбились? А чего не идут тогда? Ну придут еще. Подождем. А как вы думаете, они всех убили? Может и всех, а может и того хуже. Куда уж хуже? Там ведь и женщины были. Не знаешь ты Яша жизни. Эх, дай тебе Бог и не узнать ее с этой стороны. Так что, пойдем наших выручать? Да что мы там навыручаем вдвоем? Ну их там прижали, если мы сбоку зайдем и возьмем бандитов в оборот. Ну давай собираться тогда. Я вам дам собираться. Баб с детишками кто охранять будет? Что же нам, бросить их? Парень приезжий поможет. Он один 20 таких вояк, как вы, стоит. Зачем? Зачем ты меня потащил, пень старый? Послушал Андрея кузнеца этого. Безопасно, все готово, быстро доберетесь. И меня потащил. А теперь нам всем крышка. Из-за тебя и кузнеца твоего, урода. Да ты думаешь, что говоришь? Андрей святой человек. Он же всех нас вывез. И многих до нас. А ты на него дура. Вывез как же? Бандитам в руки вывез. Откуда ему про бандитов знать было, а? Должен был знать, раз обещал. А гибисты? От них-то он нас спас? А толку, если теперь к бандитам все попадем? Дура ты! Глаза мои на тебя не смотрели. Если что, заходи. Ты вот, Яша, скажи, чего бежать-то надумал? Так мобилизация. Да кто тебя такого богатыря взял бы? Это раньше не брали. А теперь... Просто картечью в пузо ни один бандит рад не будет. Мать говорит, покупай. Убьют в первый же день с твоим везением. Пристроила меня в караван этот. И видно зря. Вот это самое то для бандитов. Твое дело молодое. Устроишься, пока. Если доберемся куда. Я-то 20 лет отслужил. 20! Дали пенсию. В день 100 грамм грибов и патрон. А милостыню просить не дают. Говорят, позорю родину. Вот и думай, предать или подохнуть. Решил предать. Хотя где я такой нужен? Я че ушла-то? Война скоро. А наши станции на самой передовой. В прошлую войну побежали было. А там заградотряд. И всех, баб, ребятишек, стариков расстреляли. Чтобы на других станциях паники не было. Так что я теперь ученая. Решила не ждать, пока начнется. А тут встряли. Да, нелегко вам там на крайних станциях. Но и у нас не сахар. Моего призвали. Ждала. Потом стучит ко мне сослуживец его. Думаю, все, убили. Нет, говорит. Фашисты в плен его взяли. А это же значит, семью в лагерь. Если сдался, значит предатель. Папа не предатель, папа герой! Герой, герой. Конечно, герой. Пустите, умоляю, не надо! Завали хлебало, сучка!
Не верещи, не поможет. Тут нет никого. Короче, брателла, давай ты первый раз выиграл, а я пока на стрёме. Лады! Давай, сука, раздвигай ляжки! Пожалуйста! Надо! Не надо! Слышишь, казак, что ты копеешься? Что ты для пацанов жал? Нет! Нет! Эй, пацаны! Вы там как? Справляетесь, на? Можешь пособить! Стас! Стас! Вы чё, бля, увлеклись-то? Стас! Косой! Вы, бля, где? Задолбали! Чё вы стремаете, на? Алёна! Сказали, пока поберечь. А если мужики, то все. А ну... Съели, сволочи! Всем вам конец! Всем! Сидел бы сейчас с пацанами на хазе. Спасибо, спасибо, брат. Я думал, все. Наших угнали всех. Детишек, женщин. Кто живой остался? Я сейчас. Я отгоню дрезину, сможешь проехать. Если ты за ними пойдешь, у них там ловушка. Я знаю, они говорили. На технической. Так что ты не спеша там. Не спеша. Спасибо, брат, спасибо. Я посижу пока тут. Отдышусь.
делов-то? Я гляну на... Если не покажется... Значит, гнилая тема какая-то. Тогда маякуй. Понял, на. Вот тормоза. Чего они там угнездились-то? Короче, закрываю ворота и отобьюсь, мальёха. Пацаны, походу, еще долго там раиться задумали. Растекся тут, как свинья супоротная.
еще. Как суп. Все, мля, без базара, двинули. Сначала. А, это понятно.
Ну, потыпал я обратно. Чё, давай? Глаза, бля, режет. Выбил зажигалку на. Я как ломанулся к станции. Ну и все, попали вообще с концами. Жесть, бля. А мне, короче, друган рассказывал. Про хозяина туннелей, типа, слыхал? Не, не в курсах чисто. А чё там? Там какая-то лепуха чисто, что на крайних станциях, на всех линиях. К туннелю крайнему поближе съедь. Ну типа, пацаны какие у костра греются или чё? Короче, иногда один, бля, встаёт реально и уходит в туннель. И всё. С концами на. А все же в курсах чисто, что там и бригадой ловить нехрен. А тут забывают типа. И вот спросишь чисто такого, куда, бля, намылился? Говорит, позвали. Хозяин позвал. И все. Кого так, мля, позвали? Полюбас хана. Его хоть веревкой к шконке прикручивай, зубами перегрызет и в туннель. Да, мля. Рассказал на. Аж холодно стало. Чаю, мля, выпить или че? Где ты такие нашел бы? Покупай! Видишь, блестятка? Бери, ровненькие и недорого. Пока!
позже расскажешь. А пока выходим на фарватеры и полный вперед на базу. Снега наверху начали таять. Теперь к традиционным дрезинам добавились лодки и рыбаки. Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции. Павел, скорее всего, уже там.